У российских выпускников начался ответственный период сдачи единого государственного экзамена. Школьники уже показали свои знания в области географии и информатики. Теперь их ждет ЕГЭ по основным предметам. ЕГЭ по математике базового уровня пройдет 30 мая, а профильного – 1 июня. Химию и историю выпускники напишут 4 июня, а 6-го сдадут русский язык. 9 и 13 числа пройдет устная часть единого государственного экзамена по иностранным языкам, а уже 18-го – письменная. Проведение экзамена по обществознанию запланировано на 14 июня. Завершится основная волна ЕГЭ по литературе и физике 20 июня. Луиза Игазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.